Всем привет, друзья! 15 мая, утро, 8 утра, идет утреннее кормление. Вот, мы снова про наших царскосельских. Вот. Не первый год у меня уже в хозяйстве эта птица. Масса достоинств. Хотя она пока еще официально не зарегистрирована, как порода, идет как популяция, породная группа, но уже довольно-таки популярна среди заводчиков. У нее масса достоинств, есть за что полюбить эту птицу. Вот. Прекрасная яйценоскость, птица выносливая. Вот. Ну и в то же время бюджетная, что немаловажно. Вот так вот. Хорошо зимует в неотапливаемых курятниках, в обыкновенном таком вот деревенском сарае. Без догрева зимой несется на ура. Вот. Но сейчас не про это. Вот как много зависит от петуха. Вот я про что хотел сказать. Вот этого петуха мне подарила Оля. Он приехал ко мне из Бузулука, мой петух пал. И вот сравниваю, как был тот предыдущий хозяин. И как с предыдущим хозяином вела себя кура, и как вот ведет сейчас с этим. Вот. Как будто другое стадо, другая семья. Птица стала спокойная, петух спокойный такой вот он, адекватный. И курица с ним себя ведет по-другому. То было невозможно зайти в вольер. Летают, кричат там, как чистить это вообще, там, мама не горюй, бляха-муха. Вот. И вот... сейчас, вот сижу я от них тут 30 сантиметров. Ближе не хочу подходить, не испортить ему эту трапезу. Вот. Вот что значит другой хозяин. И птица с ним, вот видно, себя чувствует увереннее. Ну, он спокойный, он такой любознательный. Вот я там корм мешаю в корыте, подойдет, в корыто лезет, подсказывает, контролирует, все ли я туда доположил. Может, что забыл, он все проверяет. Такой вот он. Хозяин хозяином прям. Вот. И птица с ним совсем по-другому. Вот что значит угадать с петухом. Хотя внешние данные, тот мой был мощнее, красивее такой вот. Но и оплот у этого хорош. Вот одних цыплят мы уже от него первый выводок продали. Вот. Послезавтра будет еще выводиться. Вот. Оплот. Там 90 с копейками процентом. Вот. То есть молодец петух. Молодец, Петька. Вот так. Как зависит от хозяина. Настоящий хозяин подворья. Настоящий хозяин подворья. Спокойный, адекватный. У меня вот пушкинские были тоже. До того кипишные. А как съездил, вот привез петуха этого казанского с Казани. Все, как будто другое поголовье стало. Вот что значит петух. Ну вот. Вчера у меня сломалась машина в Сорочинске, оставил, приехал на такси. Сейчас там ремонтируют ее. Разломали, раскидали все, куча поломатых запчастей. Вот, сегодня должны сказать, в что это выльется. В денежном эквиваленте там. Поэтому... сижу, по спине холодный пот текет, жду. Вот оплот у нас. Петька не ленится. Утренний вальс. Вот так. Вальс-пистон.
Вот они какие, вот они какие. Ну вот, крупным планом вам еще раз посмотрите, вот они какие. Рыжие котики, вот они. Не боятся, про что я говорю, спокойные. Вот. Очень люблю, когда поют петухи, но вот когда там куры в курятнике, вон, слышите? Это несутся. Я вообще люблю, когда... Хорошо, они там кудахчут, много яиц в гнездах накладывают. Ну все, вот теперь буду закругляться. Пойду останавливать поворот на инкубаторе. Надеюсь, не забуду включить в этот раз. До новых встреч. Пока-пока.